Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. В эфире очередная серия проекта «Календарь автомобильной истории», в котором мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад. Ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 11 апреля. 11 апреля 1878 года в Порт-Джервисе, что в штате Нью-Йорк, Соединенных Штатов, родился Джордж Холли, автомобильный инженер-конструктор. Братья Джордж и Эрл основали в Брэдфорде, в Пенсильвании в 1896 году компанию Holly Performance Products. Это один из крупнейших производителей карбюраторов, основной поставщик карбюраторов для компаний Ford, Winton, Oldsmobile, Buick и других. В 1899 году братья основали Holly Motor Company, где производили автомобиль Holly Motorrad стоимостью 550 американских долларов. В 1905 году оба брата были введены в зал автомобильной славы США. В этот день, в 1889 году, в деревне Гридинской Рязанской губернии родился Георгий Никитич Королёв, директор завода АМА, автомобильное московское общество. 11 апреля 1913 года в письме к другу Эторе Бугатти впервые описал свое видение суперкара. «Это должна быть закрытая машина», – писал он, – «крупнее Испана Сьюиза, но в то же время легче. Скорость будет достигать 150 км в час, но в салоне будет тихо. Нет смысла говорить, что производство очень ограничено и качество должно быть безупречным. Клиент получает машину только после 1000 км испытаний и с гарантией 5 лет. Машина будет невероятно дорогой, но не сравнится ни с одним автомобилем этого типа». Задуманное воплотилось в итоге в 6-метровом культовом красавце Bugatti Type 41. 11 апреля 1936 года стартовал серийный выпуск первого легкового автомобиля марки Toyota, модели 2A. А началось все в 1929 году с поездки Киичиро Тойоды в США и Европу для изучения автомобильной промышленности. Полученные Тойоды знания легли в основу автомобиля. Дизайн автомобиля создавался под влиянием американской автомобильной моды и в значительной степени основан на дизайне Chrysler Airflow. 11 апреля 1957 года американский автопроизводитель компания Studebaker Packard для поддержания финансовой плавучести начинает продажу в Соединенных Штатах автомобилей европейских производителей Mercedes-Benz и Auto Union AG, а также дизельных двигателей. Правда, и это в итоге не помогло компании, которая выйдет из автобизнеса в 1966 году. 11 апреля 1960 года в Донкастере, что в Южном Йоркшире, Англия, родился Джереми Кларксон, английский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике. Широко известен как ведущий телевизионного шоу «Топ Гир» корпорации BBC, автор еженедельных колонок для газет «Санди Таймс» и «Сан». Вместе с Джеймсом Мэем был первым, кто достиг магнитного северного полюса Земли на автомобиле, что вошло в один из выпусков телепередачи «Топ Гир». 11 апреля 2012 года компания Citroën провела тест-драйв нового кроссовера C4 Aircross на дорогах Франции. Маршрут длиной в 350 км проходил по области Божоле, в основном по узким местным дорогам на 2-литровой версии с вариатором. Что-то мне сдается, что тестовые водители провели это время довольно-таки неплохо. 11 апреля 2013 года компания Ford Sollers, совместное предприятие Ford Motor Company и российского автопроизводителя Sollers, запустила производство автомобилей Ford Explorer полного цикла на заводе в Елабуге. Ранее на предприятии осуществлялась лишь крупноузловая сборка машин. Полноценное производство Ford Explorer прежде осуществлялось исключительно в Соединенных Штатах. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал белый Ford Explorer Sport. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 8 вечера на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет замечательно, если поделитесь этим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра!